Однотысячный по счету материнский капитал сегодня получила многодетная семья Ненецкого округа. Сертификат родителям вручил лично глава региона Игорь Кошин. Здравствуйте, Сергей Александрович. Так, как зовут? Андрей. Татьяна и Алексей Бякины – многодетные родители. В семье трое детей – Андрей, Анастасия и маленький Иван. Вся семья проживает в Тельвиске. Приезд в Нарьян-Мар сегодня стал для них особенным. Супруги Бякины стали юбилейными получателями сертификата на региональный материнский капитал. Тысячный сертификат, собственно говоря, ваш, да? У нас, смотрите, какая вещь. У нас в этом году уже 575 малышей. Это говорит о том, что те меры соцподдержки, которые у нас есть, они, ну, получается, что достаточно для того, чтобы жить. И самое важное, что, как правило, это второй третий ребенок в семье. Куда направить средства материнского капитала, супруги уже решили. Большая семья требует расширения жилплощади. Окружная поддержка станет хорошим подспорьем в решении этого вопроса, считают Татьяна и Алексей. Ну, мы считаем, что да. Тем более, нам сейчас пригодится, у нас взрослый ребенок один. Он будет очень хорошо. Очень кстати. А у вас трое детей? Трое. Трое, вот все. Вот старшему уже 19 лет. Надо его как-то отселять уже. Строить его. Мы будем помогать пока. Напомню, программа регионального материнского капитала действует в Ненецком округе с 2011 года. В этом году, 1 сентября, его сумма была проиндексирована на 4%. Таким образом, размер регионального материнского капитала за рождение или усыновление третьего и последующего ребенка составляет 366 356 рублей. Отмечу, что это самый большой в стране размер регионального маткапа. Следом идет Ямал с суммой порядка 350 тысяч рублей. По информации отделения социальной защиты населения, жители региона в 2016 году тратили средства сертификата на улучшение жилищных условий, покупку транспортных средств, получение образования детьми и впервые в 2016 году на строительство бани. Ирина Цепитова, Антон Водряков, телеканал «Север».